Основная идея творческого конкурса заключается в создании качественного продукта социальной рекламы, видеоролика и баннера. Организаторы надеются, что уникальное видение каждого автора позволит смотивировать законопослушное поведение у участников дорожного движения, жителей нашей республики. В этом деле важна не сколько прямая деятельность надзорных органов, меры административного действия со стороны госавтоинспекции, сколько прямая поддержка самих граждан, участников дорожного движения, да и поддержка со стороны автошкол очень кстати. Мы как субъекты профилактики знаем, что управление транспортными средствами лицами, не имеющими данного специального права, является первоочередной причиной аварийности в Туве. Организатор учитывает ориентированность граждан на визуальный контент, в связи с чем планирует распространить готовые работы как в медийном пространстве и сети интернет, так и в местах массового скопления граждан. Среди инициаторов конкурса – автошколы Кызыла. Автошколы всегда заинтересованы в качественном обучении курсантов, которые в последующем будут безопасными участниками дорожного движения. Поэтому мы с удовольствием согласились принять участие в мероприятии, которое было объявлено госавтоинспекцией. В конкурсе могут принять участие все желающие. Подробная информация размещена на официальном сайте регионального ГИБДД. Для участия необходимо подготовить социальный видеоролик, хронометраж которого не должен превышать 2 минут, и баннер о безопасности на дорогах. Особенное внимание уделяется следующим факторам риска. Рассуждая о причинах аварийности, мы можем сказать, что у нас на первом месте стоят лица, не имеющие, а также лишенные права управления транспортными средствами. На втором месте провоцируют ДТП лица в состоянии опьянения. На третьем месте у нас причина превышения скоростного режима. Соответственно, мы будем акцентировать внимание именно на данные темы, потому что они актуальны у нас в Туве. Кроме того, если смотреть по баннерам, да, нам очень хотелось бы, чтобы участники использовали изображения частных лиц, физических, своих лиц, да, потому что вот нейтральные баннеры, они будут недейственны. За 3 лучших социальных видеоролика и 1 баннер предусмотрено 4 призовых места, причем они актуальны и востребованы в век автомобилей. Мы совместно с коллегами из других автошкол предоставляем 4 сертификата на бесплатное обучение в наших автошколах. Сертификат бессрочный, дает право на обучение в любое удобное время. Сертификат дает право на бесплатное обучение вождению по категории Б, то есть управлять легковой автомашиной, либо грузовиком грузоподъемностью до 3,5 тонн. Право на обучение можно передать любому другому человеку. Наступательная позиция всех органов власти по повышению дорожной дисциплины начали давать результаты. По информации госавтоинспекции, в республике по итогам 10 месяцев текущего года прослеживается стабильная тенденция к снижению ДТП с погибшими – 68 против 96 прошлого года. На 83% снизилась гибель детей на дорогах. От нас, жителей республики, зависит теперь сохранение этой положительной динамики. Сайгын Бирбюбуян Монгуш, Софья Сая, Тува-24.